В день до 20 кубов льда сотрудники комбината зеленого хозяйства подготавливают материал для ежегодного конкурса «Магаданский хрусталь». Специалисты выпиливают лед из искусственного водоема. Работы ведут на протяжении всего дня. До 16 декабря сотрудники КЗХ должны обеспечить материалом участников «Магаданского хрусталя». Кроме того, они готовят лед и для украшения города. Также нашим учреждением заготавливаются дополнительные ледяные блоки для новогоднего оформления мест массового пребывания граждан. Традиционно это будет Магаданская площадь, Театральная и ДДТ. И еще некоторые участки будут благоустроены, украшены ледяными фигурами. К многим скульптурам подключат подсветку. По словам специалистов, некоторые блоки льда с мутным слоем. Это следствие дождей. Однако использовать такой материал для фигур не будут. Оставляют мутный слой для крепости, потому что при перевозке чистый лед может пострадать. Такие непрозрачные блоки будут использовать в дальнейшем для строительства горки.